Знаете ли вы о том, что на планете 26 квинтиллионов долларов, и на каждого жителя Земли приходится по 3,5 миллиона долларов? Что 10% людей владеет 90% всех денег, а 90% людей зарабатывает остальные 10%? Что ежедневно в мире появляется 65 новых долларовых миллионеров? Вы справедливо спросите, а мне-то что? А то, что если вы хотите достичь финансовой свободы, иметь постоянный доход и уверенность в завтрашнем дне, то вам нужно начать работать на себя. Но большинство людей работать на себя не могут по ряду объективных причин – отсутствие идей, отсутствие знаний и отсутствие стартового капитала. Большинство людей получают образование и потом всю жизнь работают на дядю. В пенсии почти все эти люди оказываются у разбитого корыта, и несмотря на это, за ними следуют их дети и внуки. Человека используют как рабочую силу, а когда он заболел, износился или состарился, он почти всегда оказывается нищим и никому не нужным. И вот тут-то человек начинает думать о том, что когда-то он был у истоков новых идей и имел возможность все изменить. Вспомним известный пример с мобильными телефонами. 30 лет назад ни у кого не было мобильных телефонов, да и мобильной связи тоже не было. Потом пришло время, когда мобильные телефоны были огромного размера и очень дорого стоили. И никто не верил в то, что у каждого человека будет по такому устройству для круглосуточного общения. Но уже тогда были люди, которые верили в мобильную связь и считали, что скоро мобильный телефон будет нужен абсолютно всем. Они развивали этот новый вид бизнеса, и поэтому сейчас все они очень богатые люди. Вот что значит вовремя увидеть новую идею и быть первым на новом рынке. Информация к размышлению. В 2013 году аудитория, регулярно выходящая в интернет, превысила треть населения нашей планеты. К интернету подключено 50 миллиардов устройств, то есть примерно по 7 устройств на человека. К концу 2014 года будет уже по 14, а к концу 2020 года по 140 устройств на каждого жителя планеты. По данным журнала Forbes, 9 из 12 самых влиятельных людей на планете зарабатывают деньги в области информационных технологий. Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, однажды сказал: «Интернет — это будущее человечества. И если вы еще не в интернете, значит, у вас этого будущего нет». И это факт. Ежедневно в ряды пользователей интернет вливается огромное количество новых людей. И пока кто-то продолжает ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги, многие ходят для этого в интернет. Вначале к интернету подключились люди, а теперь наступает эра интернета вещей. В интернет подключается устройство, связанное между собой и через интернет. Телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты и телевизоры. 50 миллиардов устройств подключено к интернету уже сегодня, и через 5-6 лет их будет уже целый триллион. Что из этого следует? Если наше будущее так стремительно перемещается в интернет, то и все мы тоже скоро там будем. И нужно как можно быстрее научиться использовать свой компьютер, планшет, телефон и телевизор, чтобы зарабатывать деньги. Вы справедливо спросите, как это сделать? Мы готовы предложить вам специальный проект, который разработала и предложила компания G-Network. У каждого из вас есть возможность заключить контракт для внедрения бизнеса и начать зарабатывать деньги. Что это за контракт? Это контракт, который поможет вам зарабатывать в сети интернет при помощи электронных устройств. У вас есть такой контракт. У вашего знакомого есть такой контракт. У каждого человека на планете тоже скоро будет такой контракт. И поскольку бизнес развивается со скоростью мысли, то главное, кто из вас будет в нем первым. Бизнес со скоростью мысли принес в нашу жизнь еще одно направление бизнеса — компьютерные или рендер-фермы. Это десятки, сотни, а иногда и тысячи компьютеров, находящихся в специальных помещениях и объединенных в единую вычислительную сеть.
К владельцам компьютерных фирм обращаются как видеостудии, включая крупнейшие такие, как Disney и Columbia Pictures, так и небольшие компании, создающие компьютерные игры, архитектурные проекты, рекламные ролики и другие проекты. Всем этим компаниям необходимо решать сложнейшие вычислительные задачи, связанные с компьютерной анимацией, спецэффектами и созданием 3D-изображений. В чем заключается идея бизнеса и ноу-хау компании G-Network? В том, чтобы объединить компьютеры людей в разных странах в вычислительную сеть и продавать ее услуги компаниям, которым нужны большие вычислительные мощности. Если вы владеете бизнес-пакетом GN-Render от компании G-Network, то можете установить на свой компьютер специальную программу и ежедневно зарабатывать деньги. В итоге все ваши инвестиции в бизнес не только окупаются, но и приносят существенную прибыль. И это никак не мешает вашей основной работе. Вы продолжаете пользоваться своим компьютером столько, сколько хотите, продавая лишь часть его мощности. И чем больше на вашей фирме компьютеров, тем больше вы зарабатываете. Это могут быть компьютеры ваших друзей, знакомых и даже незнакомых вам людей. Став частью рендер-фермы, все они зарабатывают деньги, и им это выгодно. И это очень выгодно вам, потому что вы зарабатываете все больше. Все вместе зарабатывают все больше. Но и это еще не все. Компания G-Network предложила зарабатывать на том, что люди хотят общаться и говорить по мобильному телефону. Вы говорите по телефону, ваши друзья говорят по телефону, те, кого вы знаете, тоже говорят по телефону. А вы при этом зарабатываете деньги. Чем больше людей общается, тем больше вы зарабатываете, так как все они тоже связаны специальной программой. А если ваш телефон подключен к интернет, то вы еще и получаете бонус за входящие звонки. Вам нравится такой доход? Это одно из направлений бизнеса в G-Network, которое тоже будет источником вашего дохода. Но и это еще не все. К сожалению, даже если мы хорошо зарабатываем, мы иногда болеем. Болеют наши родственники, болеют все, кого мы знаем и кого не знаем. Именно поэтому в G-Network есть специальная программа «Здоровье без лекарств», основой которой является уникальная интернет-площадка «Веб-клиника». С помощью нее через интернет люди могут получать консультации у лучших врачей мира. Основой для консультации является специальное оборудование для экспресс-тестирования состояния здоровья человека и его восстановления, которое осуществляется при помощи приборов биорезонансной терапии. Врач может провести тестирование через интернет и вовремя предупредить вас о возможной болезни. Он поможет вам выявить причину заболевания и составить комплекс лечебных программ для восстановления здоровья. Вы можете зарабатывать всегда, когда ваши клиенты и партнеры будут проводить экспресс-тестирование или получать консультации. Этот постоянный пассивный источник доходов образуется только потому, что тема здоровья вечная, а компания предлагает современные и доступные технологии и инструменты для исцеления без лекарств. Это тоже не все. Согласно аналитическим исследованиям, уже к 2015 году оборот на рынке микроплатежей составит 600 миллиардов долларов. Рекомендуя людям всевозможные программы и направления и используя концепцию микроплатежей, вы можете постоянно увеличивать свой пассивный доход. Что вам нужно сделать, чтобы начать этот фантастический бизнес? Человек, который дал вам ссылку на это видео, ваша дверь в бизнес с G-Network. Он поможет вам зарегистрироваться, получить свое место в бизнес-структуре компании, систему поддержки и раскрутки вашего бизнеса в сети интернет. Точно так же ваши друзья благодаря вам смогут подключиться в глобальную сеть и глобальный бизнес. Как только вы оплатите свой бизнес-контракт, у вас появится собственный бизнес-центр, личный сайт и персональный счет, а также ваша личная рекрутинговая система. С этого момента вы можете начинать зарабатывать деньги. За каждую вашу личную рекомендацию вы получите вознаграждение от 100 до 500 долларов. А любой партнер в структурной группе принесет вам от 100 до 900 баллов командного вознаграждения. Каждые 900 баллов мгновенно превратятся в заработанные вами 100 долларов. За созданную командой небольшую группу партнеров вы сможете получить еще и крупное потоковое вознаграждение в размере 1920 долларов.
И это только некоторые из существующих в компании 8 различных источников дохода. Для справки. За прошлый год работы компания выплатила своим партнерам по бизнесу вознаграждение в размере 8,5 миллионов долларов. В компании есть огромное количество примеров, когда люди уже в течение первого месяца после старта вышли на доходы в несколько тысяч долларов, и уже за год их доходы составили десятки тысяч долларов. Ежедневно в социальных сетях люди пишут сообщения о том, кто и сколько заработал с компанией G-Network. И каждое такое сообщение — это новый финансовый рекорд и новый небывалый личный успех. Если вы хотите иметь такие же финансовые результаты, то просто присоединяйтесь к компании и ее дистанционной системе обучения. Для этого вам необходимо придумать себе персональный логин, зарегистрироваться и быстро начать зарабатывать деньги. В компании есть множество направлений, и люди вокруг вас с удовольствием станут их использовать. Абсолютно за все, что они станут использовать и рекомендовать, вы будете получать деньги. И чем больше людей окажется в вашей структурной группе после вас, тем больше денег вы заработаете. Ограничений по доходам не существует. 100 тысяч, 500 тысяч или миллион долларов – все зависит только от вас. Вы можете начинать зарабатывать деньги немедленно. Вливайтесь в команду, и успешные лидеры сразу же начнут тренировать вас тому, как начать зарабатывать деньги. Потому чем больше вы зарабатываете, тем больше будут зарабатывать и они. Затем и вы тоже станете тренером богатых и успешных людей. А это, в свою очередь, приведет вас к вашей финансовой свободе. Вам останется только нажать на газ и скомандовать «Полный вперед!». А нам пожелать вам огромного успеха в этом увлекательном путешествии!